Я обожаю, когда Маша Распутина выходит на сцену. Какая она всегда нарядная. Какие-то у нее тут сапожки, вышитые бисером. Тут у нее, значит, юбочки, оборочки, рюшечки, какие-то классные бантики, штучки, дрючки, кисти. Тут, значит, зашнурован корсет так, что просто тут букет, понимаете? Еще же она блондинка, и все это вместе. Ей бы еще 5 кружек пива в руку, просто хозяйка немецкой таверны. И рядом Филипп, когда выходит, Филипп одевается, как император пиратов. Потому что только пираты, все, что награбили, все на себя. Как одет Филипп, это отдельная история. Тут у него, значит, экзотические какие-нибудь казаки из змеиной кожи. Тут джинсы. Сквозь рваные джинсы видна аппликация из бриллиантов на волосатых ногах. Джинсы подпоясаны ремнем. На ремне бляха. На бляхе в миниатюре мозаичное полотно Врубеля, снятое с Метрополя. Все написано специально. Врубель специально для Киркорова. Эксклюзив. Все написано. Здесь жабо расстегнуто. Поблескивают магниты на холодильник.